Спорт постепенно возвращается в жизнь округа. В Центральном парке Люберец прошла массовая детская тренировка по боксу. Одиночные. Вынужденная пауза в тренировках на технику юных боксеров не повлияла. Все элементы общей тренировки – разминку, бой с тенью и спарринги – спортсмены выполняли легко, бодро и динамично. Организовать занятия помогла партия «Единая Россия». В рамках программы «Партия «Единая Россия» – детский спорт», развитие детского спорта, вот эта акция тоже, можно сказать, что подходит под этим девизом. Партия «Единая Россия» постоянно уделяет внимание развитию спорта в городском округе Люберцы, ну и в частности виду спорта, олимпийского виду спорта бокса. Как наносить удары сопернику вспоминали около 30 человек, в том числе боксеры комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. У нас бокс, борьба, тяжелая атлетика – это те виды спорта, которые приоритетные. Бокс на сегодняшний момент у нас занимает хорошие позиции. И наши люберецкие спортсмены, именно те, которые выросли в Люберцах, тренировались в наших клубах, занимают места в сборных командах России. И есть мастера спорта международного класса, мастера спорта России. И очень хороший результат. Среди люберчан есть и боксеры, которые поедут на Олимпиаду в Токио в следующем году. С полным перечнем секций и клубов округа можно ознакомиться на портале городского округа «Люберецкие звезды» в разделе «Бокс». Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.